Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас забавный сюрприз микс. Двойной шарик LOL Surprise, Муши Муши Baby, Шопкинс, Little Pet Shop и многое другое будет точно интересно. Если любишь разные сюрпризы и еще не подписан, скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Начнем с пластикового яйца Вилли с металлической машинкой масштаб 1 к 60. О, какой нам круто. Ой, да кабриолет нам попался. Порше, круто. Гляньте, какая классная. Металлическая действительно. Желтая. Мой любимый цвет. Колесики крутятся. Машинка крутая. Гляньте, внутри все так детализировано. Ну-ка. О, шустрая какая. Паркуемся. Теперь давайте откроем коробочку. Fresh Toys, бархатная игрушка и мармелад. Давай играть. Супер микс, 48 вариантов игрушек. Тут собраны все коллекции, какие только есть Fresh Toys. И нам попалась белочка Маруся, бельчонок. Вот такая вот она. А вот вся коллекция. В общем, нам она попалась из коллекции номер 2 пушистые зверюшки. Ой, какая она забавная. Мармеладки. Гляньте, у нее какой хвост. У нее хвост, гляньте, гнущийся. В общем, можно его хоть спиралькой закрутить. Шишечка у нее флоком не покрыта, поэтому ярко смотрится. И глазки флоком не покрыты. Кисточки на ушках. Здоровская прям игрушка, мне нравится. Так, не падать. Теперь давайте шоколадное яйцо Барби откроем от Заини. Я все очень хочу, чтобы нам попалась куколка, чтобы посмотреть на нее, потому что нам попадаются одни колечки. Все раскрошила. Колечко. Хоть они и классные, но мне хотелось, конечно, на куколку посмотреть. И, по-моему, нам попалась повторка. А может и нет. Не, по-моему, у нас другого цвета цветочек был. Нет, так колечки, перстни прикольные. И давайте подводный мир посмотрим. От Happy Box 24 фигурки в коллекции. Внутри фигурка, карточка и конфетки. Так, вот нашечка. Надеюсь, нам новенькая фигурка попадется. О, черепашка! Класс! Класс, класс! Вот еще карточка. Зеленая черепаха нам попалась. Параметры ее, вес, среда обитания, пища. Интересные факты о черепашке. Кому интересно, на паузу нажмите, почитайте. Вот такая вот она. Вот вся коллекция. Черепашку я хотела. Конфетки. Вот она. Гляньте, какая она классная. Прям похожа на маленького черепашонка. Классная. Теперь давайте откроем
пакетик с котятами со знаками зодиака. Котята знаки зодиака. От бабам. Надеюсь, нам кто-нибудь новенький попадется. Не все хорошенькие. Домик тут можно соорудить. Вон он такой попался. И ой, кто нам? Водолей попался? Получается, да. Так, так, так. Вот он. С обложки нам попался. Котенок. Тут вот инструкция, как домик собрать. Вся коллекция. Еще камушки такие, сердечки. Можно котенку украсить. Такой вот он. Лапку дает, как щеночек. Глаза у него такие светло-светло-голубенькие, блестящие. Розовый, хвост желтенький, сердечко на грудке желтое и в ушках желтенькое немножко. Ну и, конечно же, знак зодиака его. Лопатулька. Так, теперь давайте Little Pet Shop. Это сюрпризы от Hasbro. Оригинал. Чемоданчик такой. Портфельчик. Так, пакетик с питомцем. Тут предупреждение. Все. Ничего нету. Вкладыш. Вот тут пирамидка. Надеюсь, нам попался кто-нибудь новенький. С обратной стороны. Наклеечки. И... ой! Нам обезьянка. Какая милая! Вы только посмотрите, какая прелесть. С мороженком. С эскимо. Такая хорошенькая. Это, наверное, первая обезьянка, которая мне настолько понравилась. Правда, прям... очень хорошенькая. Мороженое твое. И наша обезьянка из раздела экзотических. Теперь давайте откроем шоколадное яйцо Мега Секрет серии Нейла Отважная принцесса. Надеюсь, нам кто-нибудь новенький попадется. Мы распаковку делали на эти яички. И... нет, повторка. Здесь подвески попадаются вот такие. Уже с веревочкой продетые, качественные. Нам попался... дракошка. Вот, вот такая большая коллекция. И он самый первый Диппо. Вот такой. Прям один в один, как с вкладыша. Пришла очередь корзиночки Шопкинс серии «Модное веселье». Обещают два Шопкинс вот в такой классной корзиночке. Это... самое-самое редкое.
в этой коллекции туфелька золотая. Золотая. Два пакетика. Вкладыш. Вот тут кто может нам попасться. Вот там что-то большое. Тут что-то маленькое. Ой, может... О, губнушка! Я так рада! Я хотела губнушку. Вот такая вот. Зелененькая, конечно, экстравагантного цвета. Что-то она призадумалась. Свои губёшки другим цветом намазала. Тут у меня, по-моему, кисточка в руках. Наверное, пудрит себя. Здорово, губнушка. И ух ты! О, нам рояль попался синий. Гляньте, какой классный. Да с лавочкой даже. Подставка такая серебряная. Крутой Шопкинс. Очень нравится мне. Губнушка и рояль. Хоть они и обычные. Вот помада, а вот рояль. Следующий давайте откроем пакетик с поняшками крылатыми. Филли Баттерфлай. Переводится кобылка-бабочка. Посмотрим, что нам за кобылка попадется. Вкладыш большой. Так, карточка. Не маленький вкладыш. О, а тут прям целый город. Вот они, поняшки какие могут попасться. Коняшки, точнее, не поняшки. Ну и нам... Сан, нам солнышко попалось. Где-то Сан. О, какие у нее крылья. Крылья флоком не покрыты. Ой, да в короне у нее камень. Желтый. Да, точно, бабочки, гляньте, даже усики есть. Усики, крылышки. Довольная такая. Еще бы, летать умеет. Ну, качество неплохого. Ну, по крайней мере, это нам попалось. Неплохого качества. Так, куда тебе? Теперь давайте откроем двойной шарик LOL Surprise серии Color Change Surprise. Здесь нам должна Литер Систер попасться, маленькая сестренка, и ее питомец. 10 сюрпризов обещают. Тут ничего. Нет, даже 15. Да, 15 на 2 шарика. Тут ее открыть-то теперь.
развалились шарики. Вот такие вот розовые и голубенькие. Давайте верхний сразу откроем. Тут ванночка внутри, куда можно будет водичку потом налить. И сверток с пакетиками. Так, подсказка. Gold Star. Золотая звезда нам какая-то попалась. Интересно. Тут тоже звездочка, наклейка. Давайте вкладыш посмотрим. О! А, нет. Что-то я губу раскатала. Думала, уже нам кто-то из этих попался. Ну, звездочка же. Но, думаю, нет. А там, не знаю, не знаю. Это вот ультраредкий малышка с питомцем. Вот редкие. Два целых питомца. Три пакетика у нас. Давай первый. Так, тут нам галстук попался розовый. Воротничок. Белый с галстуком. Тут у нас питомец? Нет? Это вот это. Упс. И вот такая вот кепка. Бейсболка розовая. А тут хомячок нам попался. Хороший такой. Хомячок-блондинка. На пузике белое сердечко. Хорошенькое. Так, теперь тут у нас как лежаночка какая-то. Водичку сюда. Тоже сверток с бумажными пакетиками. Подсказки. Так, это наклеечка с розовой бутылочкой. Вот она. Тоже слиток. Плюс какая-то влюбленная сестренка, наверное. Так, это подставка для ножек. Ну, а тут инструкция. Так. С самого маленького давайте начнем. Ой, у нас будет пупсик в очочках. Это круто. Я люблю такие аксессуары. В галстуке, в очочках. Так, тут, наверное, куклёха. Или нет? Нет, вот тут она. А тут что-то большое. Сумка, наверное, какая-то. О! Рюкзак! Да рюкзак, гляньте, его закрыть можно. Но перекошенный, правда. Но я думаю, что в горячую воду, если его положить, то он эту форму должен вернуть. А так классный, гляньте. Вообще, в принципе, можно на куклу одеть при желании. Прям такой огромный рюкзак. Здорово. Прикольные аксессуары. И блондинка нам тоже попалась с язычком и с подмигивающим глазом. Биби в розовых подгузах. Классненькая. Так, кто у нас вы? А, вот они. Они обычные. Или Oops Baby и Oops Home. Пошла за водичкой. Набрала я водичку. Так, с кого начнем?
Хомячок, наверное, тоже должен, по идее, менять цвет. Давайте с малышки. Вау! Вот это да! Вот это я понимаю. Гляньте, какая она прикольная. Сразу меняет цвет обратно. Это, конечно, классное преображение. Мне нравится. Так, оп. Так, Хомка, ну-ка, что у тебя? О-о-о! Да, она цвет волос меняет. Розоволосая становится. А, у нее еще тени появляются, розовые стрелки. Если вот подольше подержать, видите? Здорово! Ну, ей, конечно, аксессуары большеваты. Что хомячки ее, что ей. А так прикольно. Хоть она и обычная, но прикольная. Можно в рюкзачок аксессуары сложить. Подставку. О, не потерялась. И последний на сегодня сюрприз. Такая бутылочка с молочком. Бутылочка непростая. Если ее перевернуть, то она как будто бы с молочком. Молочком наполняется. А если перевернуть обратно, молочко, видите, стекает. Ну, в общем, двойная бутылочка такая с хитростью. Сюрприз называется Smushy Mushy Baby. Здесь нам должен попасться малыш какой-то, потом питомец вроде бы. Вот тут какие попадаются. И с лягушонком хорошенький. И Зойка тоже. Хотя не все забавные. Кто ж нам попадется? Так, где тут? В каком месте открывать? Тоже надо снять, мешается. Так, открываем. Бутылочку можно подвесить. Правда, не знаю, куда и зачем. А, это такая вот миниатюра. И как раз две цепочки внутри лежат для бутылочки самой. И, наверное, для сквиши. Видите, какой объем, толщина какая у бутылки, потому что она двойная. Так. Ой, нам лягушонок, что ли, попался? Или нет? Или это просто вкладыш виднеется? Все, вон, видите, молочко плюхается на дне. Писать малышу. Пахнет уже так. О, нет, нам Зайка попалась. Совсем меня запутали. В общем, наклейка с Зайкой, пупсиком. А, нет, тут просто, видимо, нарисовано. Да, кто может попасться? Нам попалась Зайка. Это здорово. Зайки мне тоже нравятся. Ну, а тут сертификат. Можно вписать день рождения, имя. Так, скорее открываем. Кого первым? О, малыш тоже. Сквиши. Зайчик вот такой. Немножко состарился, помятый.
По качеству сквиши суперские. Прям такие классные. Жмякал бы и жмякал с цветочком на ушке. Вот тут дырочка, конечно, запаяна. Ну, ее можно проковырять. Я имею в виду, чтобы цепочку продеть и как брелочек носить. Так, и пупсик. Зайка. Зайка моя. Вот такой он. С соской. Тут у него пироженка какой-то, кекс с морковкой. Ну, как-то пирожное с морковкой не очень аппетитно выглядит. Цветочек тоже на ушке. И то, что запаяли. Да, ну по качеству, конечно, прям вообще. Вы сами видите, да? Что он прям, насколько он сминается и медленно так восстанавливается. Сам сквиш и по качеству, конечно, 10 из 10. Пахнут, в принципе, нормально сойдет. И вот такие классные игрушки нам сегодня попались. Больше всего мне понравились обезьянка, Лил Систерс, Шопкинс, Порш, Бельчонок и Черепашка. А тебе напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!